По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ИДДС поступило 984 обращения, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 10, полицию 107, в скорую медицинскую помощь 415 и в газовую службу 13. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.